все котики безразличны, какие есть в природе, они все поддаются дрессировке. Но это нужно терпение и подход, самое главное подход. Почему? Потому что если котик поймет, что от него требует хозяин, он будет выполнять. Я должен понять его душу, войти в него, как говорится, то есть поставить себя на его место и думать, а что бы я сделал на его месте. Ну и таким образом мы, как говорится, нашли родственные души. С тех пор он меня полюбил, без меня жить не может. Они нисколько не уступают по умственному способности собачкам. А то и имеет большой приоритет в этом плане. Поэтому он выполняет 22 команды. Из 22 команд 12 спортивных упражнений. Это лишний раз доказательство, что их надо беречь, их надо любить. И несмотря на то, что мы тратим на них порой время, корм, заботу, купаем, ухаживаем, лечим, как наши современные ученые говорят, они сторицы окупают все ваши проблемы. Почему? Потому что они продлят жизнь, снимают стрессы и, согласно данным ученым, где-то в среднем на 5-7 лет человек может продолжительность жизни увеличить себе.